Твердые буквы арабского алфавита. Этот урок будет посвящен твердым буквам арабского алфавита. В арабском языке есть 7 твердых букв. Эти буквы произносятся твердо всегда. Давайте сейчас перечислим их в том порядке, в котором они встречаются в алфавите. Ха, сад, дад, та, ва, гайн, каф. Предлагаю вспомнить некоторые характеристики этих букв. Скажите, какие из этих букв горловые? Верно. Это буквы гайн и ха. Буквы гайн и ха – твердые горловые буквы. Следующий вопрос. Есть ли среди этих букв свистящие и сколько их? Да. Среди твердых букв есть одна свистящая буква. Это буква САД. Буква САД твердая и свистящая. А теперь назовите межзубную букву. Правильно. Это буква ЛА. Буква ЛА твердая межзубная буква. А какая буква является самой твердой и сильной? И снова вы ответили верно. Это буква ТА. ТА – самая твердая и сильная буква алфавита. Среди этих твердых букв есть одна уникальная, которая не встречается ни в одном другом языке мира. И мы это уже проходили с вами. И вам не составит труда ответить. Совершенно верно. Это буква ДАД. Итак, мы закрепили с вами твердые буквы арабского алфавита. Надеюсь, в дальнейшем вы сможете с легкостью их различать и правильно произносить.